Всем привет, ребят. Вы находитесь на канале Ritter Play. Меня зовут Александр. И сегодня мы поиграем игрушку, ну, не новиночка, в общем-то, переиздание. Это игра 2006 года изначально. Bullet Witch, Ведьма-пуля, так вроде на русский язык ее можно перевести. Игра эпохи Xbox 360, вышло переиздание. Игру в свое время я пропустил за отсутствием Xbox 360. В общем, игра пострелушка, что-то напоминает Blood Ryan и Bayonetta, я так понял по отзывам других ребят и аннотации к данной игре. В общем, давайте смотреть, всем приятного, мы начинаем. Nice going. I didn't think we were going to make it. We're close enough to walk to HQ from here. We've made it this far, so we can relax a little. I'll look after the old and injured. Please come back for us. Так, элемент ветер. Если у вас есть винтовка, то выстрел произведет эффект ветра. Ветра. Оружие будет производить так школу ветра, оглушающий противника, мешающий ему двигаться и атаковать. Сопротивления не будет. Так, элемент свет. Используйте R для перехода в режим снайпера. Он позволяет атаковать на расстоянии попадания в угли. Но это так, паника. Врагов, которые слишком быстрые для вас, попытайтесь замедлить панику. Так, да. Рассвет в долине. Так, а как пушки переключать? Все хорошо, а как пушки-то менять? Что-то как-то я не понял. Как менять оружие-то здесь? Так, я вообще правильно иду тут? Наверное, да. И все за женщиной. За сильно независимыми. Что у нас с маной не лады? Ой-ой. Все-таки нельзя, да? Ну так и фигли не объясняйте. Вот тут тоже так непонятно, вот куда вот мне идти. Да, туда, налево, направо. Блин. Графика, конечно, тут подтянули немножко, все-таки это ремастер, но тем не менее, чувствуется, что старая игра-то. Текстуры там вот это все особо-то и это не меняли. Вернее, не меняли вообще. Ты в туннель все-таки, значит, идти-то. Или в туннель. Ну, значит, куда отсюда. А больше-то некуда вроде как. Там, главное, все вот эти вот супергерои, там, супер тети, моти, все такие на каблуках так носятся, блин. На них ходить-то неудобно, женщины ради красоты их напяливают, блин.
привлечение внимания, блин. Ну это как бы понятно, что тут вымысел такой. Игра сама ради привлечения внимания. Понял, где вот оружие мне надо выбирать? Ну. Ай, опять эти гопники прилетели, что? Взять! А, это свои, что ли, что? Это-то не свои нифига. Дядя, умри уже, блин. Бьете ведь, блин? Ё-моё, блин. Ты чё? В базуке меня, блин, попал. Падил. Так светло, что пипец. Ручки-то одела. Что ему грудь-то заклеили уже? Че надо? Спасти ту тетю, что ли, блин? А что-то как-то не торопится, по-моему. Блин,
Блин, что, далеко что ли? Опс, только эту пробило что ли? Зашибись что? Все, хватило. Там еще кто-то идет. А, только их раздавило, бля. Ладно, что, я сделал то, что мог. Главное, так между наши стоят. Как они тут забежать-то умудряются? Ой, непереводимая игра словно. Ой-ой-ой. Ты что, взорвалась, блин? А, нет, ну еще один выжил. Так, и что мне куда? Куда нам? Мы вроде как победили. Ну куда побежал-то?
Так, вы куда там собрались? Куда-то сюда? Ой-ой, это откуда? Не, что-то походу не сюда. Может, мы как-то зря это сломали, нет? Так, и чё, куда идти-то? В этой игре проблема непонятно. Часто куда идти? Вот откуда вот он взялся, блин? Стали. Куда нам? Куда нам топать-то? О боже. Куда идти-то? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что так больно еще зашло, блин. Можно было их так загасить. А, вот надо подниматься надо тут как-то. Все-таки. Кто нас гасит тут? Что-то походу не туда я маленько пошел. Блин, кто там стреляет еще? Ладно. Наверное, пофиг. Я что-то никого не встретил. Тут со светом какой-то глюк у них при мастере. Target has been sighted.
Энеми. Ой-ой-ой, сколько тут энеми-то? Фиг знает, куда нам. Да, наверное. Все-таки. Не знаю, куда иду, может, надеюсь, правильно. Ну, наши так же умирают, что ли? Что-то тут не надо, наверное, нам туда. Блин, вот ни указателей, ничего нету. Это как-то тоже так. Ну, устаревший уже, спонтово. Даже задание не подсвечивается. Не. Какое-нибудь хотя бы. Так, баррикады очень опасны, поскольку духи действуют как команда. Используйте силу воли для уничтожения баррикад. Так, какую баррикаду-то мне надо уничтожить? Чисто, блин, чувачок был и все, что ли? Ну, знаете, так это как-то нечестно, что ли? Ну, как-то намекнули, куда пойти надо там. Вот про баррикады-то они вот это имели в виду или что? Вот это баррикада. Видимо, нет. То вот здесь все трутся, да, может. Куда надо заюзать? Может, я вообще не туда пошел. Такое тоже возможно. Пипец тут, конечно, вот это вот сделано. Уже назад. Так я пришел. И че, вот куда вот мне идти? Уничтожайте баррикады. А что считается баррикадой? Thank you.
А, ну вот эти, может быть, штуки. Наверное. Так. Ай, какой ужас. Ну, мне именно здесь об этом сказали. А. Сюда, наверное. Еще, блин, как на подиуме, блин. Так, миссия, защитите базу от врагов, которые пускаются с вертолета. А, ну понятно. Так, магия торнадо доступна. Так, перед вами создается гигантский торнадо, который все поднимает в воздух. Он уничтожает не только наземные, перед ним не устоят ни вертолеты, ни баррикады. Заклинание недоступно, если перед вами преграда. Ну, где оно там? Физика-то в игре есть, в принципе. Хоть старая игра, блин. Магия какие-то не лады. Здесь вроде еще вертолет должен был приземлиться. Опа, блин. Так.
торнадо разворотил. Так, где-то еще вертолет. Блин, откатывается больно долго. Ну чё? Ай да. Ну и хер с тобой. Долго больно кастуешь. Обязательно бегать, что ли? We've got a job to do, all of us. We're gonna go clean up the rat's nest, where all those demons are coming from. In the deepest part of the forest, there's a point that all these demons come through. Destroy that point and stop the demons from entering our world. That's your mission today. As for what kind of demons, or how many we might be fighting, we have no real idea. Even so, all we can do as soldiers is move forward. You are all fighting for the future of the human race. To save humanity, we will not run. Yes, sir! To save humanity, we will fight to our death. Yes, sir! To save humanity, we will put our lives on the line. Yes, yes sir! You hear me? Sir, yes, sir! Ah! And let's roll! We got a job to do! Hmm.
такая небольшая глава у нас в этот раз. Уничтожены подмостки, рабочие жалуются, в следующий раз уничтожьте только монстров. А, это то, что я так побуянил. Так, в общем, здесь у нас серию закончим, ранг S даже получить удалось. Прикольно. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Также на другие мои ресурсы, Яндекс.Дзен, Рутуб, стриминговые площадки Трова, ВК Плей, Твич, группа ВКонтакте, nun.com, бывший ВССД, nun.com и kik.com. Где удобнее, там смотрите. И до новых видео. Всем пока.